Всем большой привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал. Год назад я снимала видео «Один день с малышом», и в этот раз, спустя год, я решила снять видео «Один день уже с годовалым малышом». Насколько эти видео разные и насколько разный день в итоге получается, потому что когда малыш совсем маленький, он большую часть времени спит, ест. А когда этот малыш уже ходит, он спит только один дневной сон, то это просто маленький ураган дома, который и помогает, и мешает, и развлекает, и веселит, и требует внимания. Ну, в общем, смотрите видео. Желаю всем приятного просмотра. Сейчас в Павлодаре 9 часов 25 минут. Там и сыр, и яичко, и хлебушек вкусный. Как мама тебе делала? Давай. Пока я в туалете. Он всегда стоит в кроватке, чтобы ничего не натворить. Это пока он из нее вылезать не умеет. Когда научится, будет, конечно, вообще еще сложнее. Заказала с Валберис новые подгузники нового бренда Gunvo. Это корейский бренд. Очень мне они понравились сначала своей такой внешней частью. На них нарисованы брокколи и авокадо. Но еще могу сказать, что после первых часов использования и после первой ночи они очень круто впитывают, ничего не протекает, хотя они кажутся достаточно тонкими на первый взгляд. Сейчас я вместе с хозяином данных подгузников покажу вам, насколько они тоненькие, насколько они красивые, аккуратные. Единственное, что я совершила ошибку, я заказала случайно не подгузники-трусики, а подгузники на липучках. Но мы все равно ими будем пользоваться, потому что они классные. Смотрите, как они круто сидят, насколько они симпатичные.
Заказать их можно и с Озон, и с Валберис, поэтому ссылки и артикулы я оставляю в описании к этому видео. Очень их советую. Думаю, вы тоже не пожалеете, если решите их попробовать, а может быть даже и оставите их на постоянной основе. А где Эрик? Ку-ку! Приветики. Открыть тебе штору. Ты чего так долго спал? Подушки тебе мешают. Убрать? Ты проголодался? Кусать хочешь? Подушками мешать. Ну давай все уберем. Давай здесь на место разложим, как оно здесь должно быть, да? Вот это тоже убрать надо вон туда. Все должно лежать на своих местах, скажи. Вот так, да? Нет, это там месте лежит. Это здесь и должно быть. Ты проголодался? Ты проголодался? Пойдем ням-ням-ням-ням делать. Вторую часть видео одного дня с малышом я решила все-таки снять в другой день, потому что с ребенком не хватает ресурса снимать весь день полностью. Так как я работаю, мне телефон нужен постоянно практически в руках, и поэтому мне очень сложно снимать 24 часа в сутках весь этот день. Поэтому так вышло, что утро и вечер я снимала в один день, а дневную нашу часть снимала в другой день. Но по сути все практически постоянно так у нас и происходит, поэтому ничего особо в нашем расписании не поменялось. У него здесь вон целый ящик всякого барахла, который я ему даю. Что это такое? Твое, да? Чик. Мы сегодня отключили воду, потому что какая-то авария во дворе произошла. Потому что мы с самого утра без воды. Ужас какой-то. Мама тебе клубничку даст. Ням-ням. Без тебя поела, ничего страшного. Клубничка, огурчик, гречка и мяско. Ложку для гречки дать тебе? Вот. Клубничка где? Вот она. А мяско где? Мяско. Мяско. Мама здесь то же самое. Кушай. Клубничка. Мясо. Клубничка. Угу. Решила, лучше покормлю его с ложки и вилки, потому что воды нет, и как его умывать нельзя. Да. Сама прикормщик. С ложечки, скажу, тоже умею есть, да? Вкусно? Сильно обоссался еще? Ой, держись. Ку-ку. Давай, Рудь. Давай. Вот, еще чуть-чуть. Ну? Вот, молодец. Маска, что ли, не будет? Молодец. Дай мне маску. Давай, второй.
Нет, это потом. Ой, какой красивый! Теперь мама. Что я как будто опять похудела, все болтается. Чё, присел? Устал? Эй! Сейчас поедем. Сиди. Сандалик тебе одень красивый твой. Это не тебе, это не игрушка, это делает. Что смотришь, кофемолка? Зачем? Это мама попросила, чтобы я отдал на ремонт. Я отдал на ремонт, и мне за 3000 починили. У нас прям рядом с домом мастерская. Я думала, ты мне купил. А тебе нужна кофемолка? Нет. Не покупаю тебе вещи просто, как бы. Не убедишься, да, что... не просто не покупаешь. Почему нет? Если я убедился, что они тебе нужны, вот как утюжок, расческа, я тебе все даю. Ну да. Что стали, скажи, поехали. Поехали, скажи. Надо было снять вот этот вот мини-музей, который вы сейчас увидели. Там стоит парень. И секрет-магазин, там их намного красивее. Он думает, что я просто так снимаю себе для сторис. А мне не для сторис надо. Точнее, для сторис, но мне за это заплатили. Я сделала рекламу. С парой, которую ты каждый когда... Эрик, танцуй, как ты танцуешь, Алла. Почему я пузо торчал? Танцуй. Ты ему не даешь танцевать. Мама. Сейчас будем кушать. Сейчас. Сейчас. Я допиваю кофе, съела в торопях, как будто плохо осталось. О, боже. Когда хочешь все успевать, а нифига не успеваешь, называется. Не в рот, нюхай. Делай. Делай. Маме даешь? Что там? Ну давай, бери, иди. Пойдем, бери. Бери шишечки, бери. Бери. А зачем ты на колени стоишь? Все, взял? Что там? Там? Пойдем. Не ешь это, кака. Что там? Там люди? Хочешь туда?
Ты такая? Куда хочешь? Пойдем детскую площадку найдем. Детскую площадку найдем. Пойдем. Пойдем за мамой. Оп. Это можно перешагивать. Так орал, потому что он, короче, боится с бордюра наступать на землю. Почему-то он игнорирует всю эту землю и ходит чисто по бордюру. И встанет так с края и орет, чтобы ему там шишечку подали или камушек, или столбик дали потрогать. Что? Хочешь потрогать столбик? Потрогать хочешь? Скажи да. Нет, передумал. Ну ладно. Довольная мордаха. Шишечки еще, да. Кто-то собирал и раскидал потом. Как у себя дома? Закрыл. Ручку, ручку, дай. Тик, 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 тик. Тик, 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 тик,